Приветик, девушки! Сегодня у меня на канале будет немножко другое видео. Хочу разбавить эту тему косметики и покупок. Да, покупки всем нравятся, но мне хочется снимать что-то более интересное и полезное. И поэтому сегодня хочу с вами поделиться двумя рецептиками печенек, которые подойдут как к Дню Благодарения, так и любому другому празднику. Я планирую в будущем почаще делать такие видео. Как вы знаете, у нас скоро День Благодарения в Штатах, и мне в голову пришла идея снять что-то такое, да, приготовить что-то для вас. Потому что многие американские блогеры такое снимают, и мне нравятся такие видео, я их смотрю у американских блогеров, и я подумала, почему бы и не снять для вас. И также я планирую в будущем делать видео, вернее, сделать рубрику на своем канале «Сделай сам», так что ждите от меня такие видео тоже. Ну а теперь хватит болтать, и давайте перейдем к самому видео. Итак, начнем мы с того, что приступим к созданию печенек. И для этого нам понадобится шоколадная глазурь, белая глазурь, в которую я буду добавлять позже пищевую краску кремо-оранжевого цвета. Также понадобится тесто для сахарного печенья. Я его купила в магазине, но можно сделать самостоятельно. И я также буду использовать кондитерскую посыпку в виде конфетти и дрожжи. И я почти забыла, нам понадобится противень для выпечки. Дальше я раскатаю тесто и вырежу кружочки с помощью стакана. Это будут наши печеньки. Если тесто становится очень мягким, его можно обратно положить в холодильник на 10 минут. Теперь, как вы видите, я решила положить печенье на противень и разогреть духовку до 175 градусов Цельсия. Обычно достаточно 80 минут, чтобы печеньки были готовы. Когда печеньки уже будут готовы, подождите еще 2 минуты, чтобы они остыли перед тем, как начнете убирать их с противня. И на этом этапе сахарные печенья готовы, и можно уже их кушать. Мне они очень нравятся, но кушаю я их редко. Теперь я смешаю белую глазурь с оранжево-кремовой краской, чтобы получилась глазурь оранжевого цвета. Хорошенько все перемешаю. Затем я распределю готовую глазурь на печеньку и посыплю сверху конфетти. Для некоторых печенек я решила использовать шоколадную глазурь и другую кондитерскую посыпку. Мне очень нравится, как получились эти печеньки. В таком варианте с глазурью и посыпкой я делала впервые, между прочим, и я думаю сделать на День Благодарения снова. Давайте теперь перейдем к печенькам в виде индеек, сделанных из печенек Oreo. Для создания этих печенек нам понадобится печенье Oreo, желательно с двойным наполнением. Шоколадные конфеты в виде шариков, конфетки Candy Corn и глазурь в тюбике. Кстати, с помощью глазури в тюбике можно создавать разные красивые дизайны на печеньках и даже писать имена. Теперь давайте вернемся к самим печенькам. Для начала разделим одно печенье на две части, это будет наша основа. Теперь я возьму конфетку Candy Corn и положу ее на основу, это будет клюв. Теперь возьму второе печенье и поставлю его сбоку на нашу основу, это будет туловище индейки. Сверху Candy Corn я добавлю глазурь и шоколадный шарик. Это будет голова индейки. И теперь я буду добавлять конфетки Candy Corn между печеньем, которое является туловищем, тем самым образовывая перышки или хвост индейки. Лично мне очень нравится, как выглядят индейки. Много калорий, но если кушать только по праздникам, ничего страшного, потом можно сжечь их в спортзале. Если надумаете повторить эти печеньки, присылайте фотографии на Инстаграм и на Фейсбук. На этом все на сегодня, девчонки. Надеюсь, что вам это видео понравилось и оказалось полезным. Если понравилось, не забудьте поставить палец вверх, мне будет очень приятно. Как всегда, всем желаю удачи, хорошего настроения. Давайте спишемся в комментариях, и мы увидимся в новом видео очень скоро. Пока-пока!